Всем юхай, с вами Амайн, вы на канале Амайн Геймик, и сегодня у нас ролик по игрушечке, который еще не был на канале. Это старая игра, начнем с того, это вроде Anger of Stickman 5, я что-то это совсем уже забыл, не помню, что Explanations of Hulk, какие Халки там вообще уже задолбали, звуки, я не знаю, надеюсь, что следующей серии не будет, чисто вот по прикольчику, для разнообразия, что-то между стендоффом сделать. Тут нужно проходить уровни, вот это вот все сейчас 14 уровень, это вот игра, когда нет интернета, и ты можешь на чили выполнять, играть и вообще кайфовать. В чем смысл? Я думаю, наверное, вы знаете эту игру. Опа-на, подождите, здесь оружие обновили под Новый год. Ну, это неплохо, это прикольненько, достаточно круто, люто, офигенски. Знаете, вот у меня 23 тысячи, денюжек, и мне не хватает нифига вот на какую-то новую пушку. Вот нифига не хватает, потому что мало, поэтому мы сейчас идем, let's go, все дальше. Опа-на, подожди, мне неудобно. Вот сюда давайте поднимем. Так, здравствуйте, я хочу посмотреть на новый скин. О, реально прикольно выглядит. Ну чё, братан, погнали. Нам нужно, короче, зачистить эту территорию от всяких там плохих бандитов. Так, подожди, дайте я пистолет там возьму, вот это вот всё. Опа. А. Я так понял, он сам с этим всем справится. Ну и молодец, ну и ко мне, значит, проблем никаких лишних нет. Ну-ка, оп, тут есть эти. Опа, так, да мне не нужны. Все, давай, залетаем вообще без церемоний. На. Просто разнос по носу сразу происходит. Да. Оп. А, как? Ты чё? Живучая скотина. Вот, все, мой тиммейт справляется. Конечно, это бот, но все-таки он... Бот, но справляется, как говорится. Да, как ты... Да... А сейчас не понял. Это что было? Ребят, нужно это... Как говорится, стендоферские скиллы нужны этого, чтобы проснулись слегонца. Давайте поменяем оружие. Кстати, здесь еще поменяли. Вон там олени летают. Нормально, кстати. У нас есть всего 19 минут, поэтому нужно торопиться, потому что этот уровень, он, конечно... Ой. Это было бы... Ты кто? Я не помню таких чертей. Ладно, главное то, что мы ее убили. Я не помню, чтобы они были в этой игре. Это вообще кто? Я знаю, здесь есть какие-то пауки, но 100% не такие какие-то робо-убийцы киберспортсменов. Это что за дичь вообще? Дичь происходит здесь. Ладно, давайте смело, здесь бояться вообще нечего. Ой, зря ты кидаться начал, дядь, зря ты кидаться начал. Так, вот в таких ящиках есть у нас лут. Отлично, и он все-таки здесь есть. Вот самое важное собирать эти алмазики, потому что они реально жестко, их не хватает. Вот это обидно на самом деле. Но сейчас они хватают, поэтому мы их спокойно берем, собираем и все, зашибись. Так, давайте секундочку, воды выпью. Не, конечно, если вам этот ролик понравится, я сниму продолжение, и мы нашли вертолет. Офигеть. Ну, раз вертолет, то тут вообще, мне кажется, на изях должно все происходить. Вообще просто максимально моментально. Потому что, ну а как? Ну, у тебя есть вертолет. Когда у тебя есть вертолет с миниганом на борту, а что так громко? А что вот можно потише, пожалуйста? Можно, пожалуйста, потише. Когда у тебя есть вертолет тупо с миниганом, а, он сам упал. Ну ладно, ну а еще нет, когда да. Ну, вообще, он просто сам упал, провалился. Так, давай, братанчик, все-таки мне помощь твоя нужна. Давай, залетаем вдвоем, красиво, просто с разгончика такие. Оп, закидали, а ты добивай, давай. А я хоть. На! Вот, все хорошо. Ай, больше тут вообще никого нет. Отлично. В принципе, вообще особо времени это у нас не заняло. Так, у нас остается 17 минут, 15 секунд. Давай, братан, запрыгиваем в вертолет и валим отсюда нафиг. А, нам еще и в этот дом надо зайти. Ну, е-мое. Давайте тогда вот эти пока что уничтожим. Опа, этот чел сейчас будет нас стрелять. А, мы с ним разобрались. Знаете, игра на самом деле достаточно лайтовенькая, потому что, ну, типа, она не требует каких-то прям супер нерва там мыслительных процессов. Да, даже вот тут сейчас я в этой квартирке разберусь сам без чьей-либо помощи, я на это надеюсь. Да, я же разберусь, я же вроде кибер. Вот хедшотики ставим, вот так по ногам можно пострелять. Так, у меня есть вообще эмка, если что. Если вы не в курсе, у меня есть эмка. Так что вот, а если есть эмка, значит можно отдыхать на чиль, на расслабление. Я не буду тратить время на эти ящики. У нас есть мачете всякие. Не, ну то, что добавили новый скинчик на вот эту трубу, типа, это вообще реально круто. Опа, о, не понял.
Опа! Минус нога сразу. Реально, вон она взлетела. Ну, как-то, а чё нет, когда? А шо нет, когда? Да ё-моё, дай запрыгну. Иди сюда, иди сюда. Мы садимся в вертолет, нам надо лететь дальше. Там вот это вот все выполнять. Оу! Посадочная. Да я могу хоть куда. А, я вспомнил. Я вспомнил, это нам нужно для того, чтобы туда заключенных посадить. Ну, которых, короче, мы сейчас должны спасти, если я не ошибаюсь. Потому что в эту игрушку я играл. Играю, кайфую вообще на чиле. Так, ну-ка, все, погнали всех резать. Вообще, на пофиг. Оп, все, раз. Не понял. А, мы пропустили голубых челиков? Мы их пропустили? Я их должен. Не понял. Ладно, полетели. Полетели наверх. Полетели наверх, потому что это. Ага. Подожди, это что, белый. Белый стрел. А вот это подожди. А вот это подожди, а вот это подожди. Это уже сложно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На меня вот этот челик сейчас вынесет. Меня вот этот человек сейчас вынесет. Подождите. Этот робот. Этот робот! Нет! Не-н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 е. С какого. Я. Подожди. Подожди. Я с мачете затащил. Как я с мачете зарезал робота? Вот это я вообще не понял прикол. Кстати, у меня тут патроны не бесконечны тоже. Ладно. А как мне туда залезть? Да ты серьезно? А как? Дайте. Не понял. Да ты серьезно? Подожди, мне нужно туда залезть. Оп! Да нет, я хотел присесть. А как присесть? А, вот так присесть. А. Вот так присел. Оп! Ой! Да ты серьезно, что ли? Ладно, тиммейт, пускай как-нибудь сам. Бля, его там кидает, и меня чуть так же не кинуло. Так, поднимаемся на самый верх. Здесь уже есть челики. Здесь уже есть достаточно много противников. Так, они падают вниз. Они падают вниз, это не проблема. Они падают вниз, а этот челик не падает вниз, он на нас нападает. Подождите, подожди. У вертолета остается мало хп. Он сейчас взорвется. Подожди, он сейчас взорвется. Что это за штука рядом с вертолетом летает? Он же вертолет сейчас взорвется, да? Я, честно, не особо. Ну давайте ж, тупо экшен, как вертолет взрывается. Мы такие это взлетаем на самый верх, и он взрывается. Бу! Ну чё, ну а чё нет, когда да, я уже тут все знаю, типа круто, люто. А теперь мы берем нашу пушечку имбовую и погнали просто одним зажимом минус 17 людей жи. Это чё? Я не буду тратить алмазы. Все, одним зажимом потратил все патроны, но зато это убил этих челиков. Оп. 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 Не понял. Оп. Оп. Куда? Аккуратно. Аккуратно. Они не должны пройти. Оп. Ага. Ага. Все хорошо. Особо, короче, главное не. Ой. Главное не рисковать. Сам. Я только что сам это сказал. То, что главное не рисковать. И тут я рискую жестко. Да. Ой, это без ноги, понятно? Ой, все, хорошо, аккуратно. А теперь надо прочекать, потому что если я здесь уничтожил не всех противников, то игра не закончится ни хрена. Вот как раз-таки мой тиммейт уничтожил оставшихся противников. Главное, чтобы нас. Это как? Это ты как сейчас сделал? Это ты сейчас не понял? Я в полете? Это как убить в стендофе там в полете жестком? Сейчас тиммейт опять там будет биться и. Чего? Нет, тиммейт! Мне нужна помощь. Мне нужна помощь. Он стреляет гранатами. Мне нужна помощь. Пулемет. У меня закончились патроны. У меня остается М4. Понимаю. Все, тут зажим. Тут главное не рисковать. У меня, конечно, есть 5 аптечек, которые. А, все, что ли? У меня, конечно, есть 5 аптечек, которые я могу спокойно потратить на тиммейта и на себя, в случае чего, но все-таки это опасно. Так, давайте, подожди, давайте, я не буду тратить это, и пока что-то попробую сделать с этим. Оп, оп. Ой, ты дурак. Я тоже так. Я правда, режу вообще не то, не там, где надо, но. И последний. На, просто на пополам. А что по времени, кстати? По времени хорошо. Все, пошел. Пошел комбикорм. Оп. Они без оружия. Они без оружия, поэтому я могу их вообще спокойно. Собак. Оп. Все, я ему дал аптечку. Кто не заметил, да, я ему дал аптечку. Только что тиммейт. Да ты серьезно? Дядь! Вот, все, тиммейт против этого глупого изичного чела не мог справиться. Это как? Мой-то тиммейт и не может справиться.
Я понял бы, если Толя играл, но это же играет не Толя, это играет какой-то мой киберспортсмен с топором против чела, который играет в рукопашку. Это как-то странно. Так, у меня скоро это не будет этого мачете. Ага, и уже нет. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Братан, забирай туда. Хорош. Собака. Ой, это было больно. Сам? Хорош. Все, хорошо. Денежку уже 26 616, 147 алмазиков, этих мини-монеточек каких-то. Опа-на. Опа-на. Слушай, давай с ними разберемся. Давай с ними разберемся. Вот он опасный, у него есть пушки. Ой, хорош. Все, хорошо, хорошо, хорошо. Иди сюда. Иди сюда, я тебе сказал, надо подожди, на пистолете тоже патронов уже не так уж много, на самом деле. Но ничего страшного. Сейчас просто одним зажимчиком потихоньку. Ой-ой-ой-ой, как ты нафига их сюда ко мне ближе сделал? Они же меня минусанут сейчас. У меня, конечно, КП, да, достаточно, в принципе. Опа-на, я вижу. Вот клетка. Да, отличненько. Отличненько. Опа, мы вызвали тиммейта. Ой, то есть человек, которому нужно спасти по заданию. Мы же типа спецагенты, спецзадание. У нас кончились патроны. Еще один. Слушайте, я не хочу. О, новогодний скинчик, прикольно. Я не хочу больше тратить патроны на М4, потому что там уже нету патронов. Вот, просто огнестрельное оружие единственное. Это М4 у меня осталось. И все, и там это как бы остается 80% всех патронов. Лучше я буду. Так, подожди, нужно реально рассчитать все. У меня есть. Типа, как, труба железная. У меня есть еще мачете, которая скоро сломается. У меня есть топор, вообще не тронутый. Плачевная ситуация, на самом деле. Так, их мы сейчас отдаем. Ой-ой-ой-ой, зачем я это сделал? Так, все, давай, их забирают. Их сейчас забирают, да? Все, хорошо. Все, их забрали, теперь мы идем. Теперь мы идем в последний путь, как говорится, на... В прыжке. Дядь. Я, конечно, все понимаю. Ой-ой-ой, сейчас мы минусанемся, я официально это заявляю, потому что сейчас чел запустит ядерные какие-то ракеты. Я его с трубы металлической ушатал. Нормально. Не, конечно, не без помощи тиммейта. Так, сейчас аккуратно, сейчас аккуратно. Оп, раз, два, три. Оп, удар. Раз. Ты дурак, ты чё? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп-оп-оп, добью, добил. Оп. Да ё-моё. Да... Собаки сутулые. Не понял. Это как? Да убей его, пожалуйста. Я просто зря трачу удары на оружие. Ты серьезно? Спасибо. Все, а теперь уходим. А теперь уходим. Я 100% сохраню огнестрельное оружие, потому что... у меня тупо топор остался. Хорошо, два топориста, если можно так сказать. Будет... Оп, все, хедшот поставил. Отлично. Раз удар, два удар, три удар, четыре. Да все, а в смысле, почему не разбивать? Это как? Пошел. О, красиво. На. Ой-ой-ой. На, отлично. Ой-ой-ой-ой, дядь, бери. Оп, аккуратно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. В голову, главное в голову. Да, а там по-любому в голову летит как. Ой-ой-ой, как красиво мы их разнесли. И остается 8 минут. 8 минут остается до конца выполнения этого задания. У меня остается эмочка, на которой, ну, нормально, 70% патронов, в принципе. И, конечно, просто на два броска топор. Да, круто. За такой лайкосик. Я знаю, там есть боссы, с которыми лучше справляться, когда у тебя есть патроны. Поэтому я не хочу сейчас тратить патроны нифига, вообще просто не хочу. Это может быть опасно, очень. А, чё, все? В смысле? Это... меня заскамили, да? Это не все. Вот это все, но нам нужно еще вот тут зачистить, да? Все, тогда я беру спокойно эмочку. Погнали, залетаем красиво, просто одним зажим. Они там. Аккуратно. Ой-ой-ой. Так, это вот очень опасное оружие, потому что оно такое достаточно, ну как сказать, неприятненькое. Оно, конечно, сносит не так уж и... Ой, все, я тебя разношу, все. У нас 27 500. Это уже хорошо. Но на самом деле то, что сейчас я сломал топор, просто ушатал. Все, у меня остается эмочка. Главное, чтобы под конец эмочка оставалась. А все, мы как бы... Мы же всех спасли. Да? Мы спасли всех. Да, 7 тысяч. 7 тысяч нам дали плюсом. У нас 34 тысячи. Отличненько. Ну, блин.
Ну, согласитесь, это кайфово, это красиво, это круто, люто, стильно, молодежно, вообще просто на изях затащили. Давайте теперь погнали в зомби-режим, потому что здесь я всего лишь на 8 уровне. Нам нужно купить эту, которая стоит дофига. Тут патроны, здесь патроны, тут патроны, тут патроны, и нету нифига денег. Я могу купить огнемет. Я могу купить огнемет. Это что, подожди? 35 тысяч. А, это граната. Или нет, или это граната? Слушайте, давайте реально купим огнемет, потому что это типа классно. У нас 3 ты... хорошо. У нас остается совсем чуть-чуть для прокачки вот этого вот всего. Давайте прокачаем, насколько есть, насколько... А, тут не хватает. Чё я не нажим? Ладно. Сейчас будут зомбари. Зомбари это сложно. Зомбари это опасно, потому что для них нужны вакцины, а у меня их 10. 10, казалось бы, дофига, да фигушки там. Давай, оп. Здесь важна очень командная работа, потому что если работа будет не командной, мы сольем просто. Здесь надо зажим. Против таких огромных чертей нужен только зажим, понимаете, в чем прикол? Отлично, просто залетели красиво. Просто залетели нереально красиво. Так, у меня что есть? Да вот, опа, огнемет, стоямба. Стоямбус, все отлет, оп, хорош, хорош, потому что чуть не укусил моего тиммейта, это было бы опасно. Так, блин, огнемет такой массивный, прям жесткий. Так, ну давайте пока что с ним поиграем. Он классный, достаточно, ой-ой-ой-ой, пожи, аккуратно, с двух сторон. Вот такие моменты нужно максимально аккуратно действовать, потому что если тебя и тиммейта укусит, то это будет просто жопенцио. Что я только что с ним делал, я, конечно, не понял. Я просто его это туда кинул, сюда. Оп. Он умрет сейчас. Да ты. Вот, теперь умер. Нифига, как я так высоко прыгаю, я не понимаю. Ой, нет, 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 мне нужна вакцина. Все, я излечился, все, убиваем его. Вот такие, они опасные. Вот которые темные зомбари, они реально опасные, у них очень много хп. Все, хорош. Так, это, хотя на самом деле все зомбари опасные, но все-таки лучше держаться от них подальше. Все, оп-оп-оп. Да ё-моё, братан, нет, ну куда ты идешь? Ладно, я иду с тобой. Большой, огромный. Оп, аккуратно, супер удар. Мне нужны патроны. Все, аккуратно. Вот в такие моменты жопа, конечно, подгорает. В прямом и в переносном смысле слова. Все, погнали, залетаем в квартиру, красиво, на чили, на расслабоне. Оп-оп-оп-оп-оп, все, просто раз, два, три, все сгорели, всех мы затащили и уничтожили. Братан, аккуратно, я тебя прошу. О, ахар. А вот тут и в дело идет монтировочка. Вот тут чисто в дело идет монтировочка, понимаешь? Просто разнос-понос должен сейчас происходить в ситуации временной. У нас 1469. Так, help me сейчас, братанчик, мы тебе поможем. Ты главное не ной. Все будет хорошо. Мы сейчас разберемся красиво. Так, у нас еще 13 минут. Хорошо. Да не буду я туда нажимать. Понятно? Не буду. Мне не нужна вылезавшая экран, хотя я специально отключил интернет, чтобы никаких реклам не было. Так, с собой не берем этого челика, потому что его могут надамажить, а наша задача, чтобы он выжил. Тут я тупо зажимом из пистолета, потому что это все-таки опасненько. Оп-оп-оп-оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто всех разнесли. Просто разнесли всех. После этой каточки 100% нам нужно будет что-то прокачать за алмазики. 100%. Просто нереально. Это правда. Так, слушайте, мне кажется, нужно экономить огнестрельное оружие, потому что... Ну, потому что надо. В конце, я чувствую, будет реально жесткий босс, с которым нужно будет... Будет очень трудно сражаться, не огнестрель... Я здесь чуть держу урон. На всякий случай, экономия. Он чуть меня не укусил. Отлично, хорош. Он чуть меня сейчас не укусил. И вот, хорошо, у меня есть 9 вакцин. 9. Уже 9. Понятно, что мы уже половина... Уже 10, все. Нормально. Так. Стратосфера, блин, опасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дядя, я тебя излечил, аккуратно, зачем ты так рискуешь? Просто залетать, его уже искусали все. Вообще. Ладно, давайте все-таки что-то, есть у нас что-то? Так, подожди, сразу. Вот давай, ты садись. Да давай, все,
Вертолет его забирает. Мы сейчас по-быренькому залетаем в этот дом. Давай, давай, квартира. Квартира нефиг нафиг, какая-то прачечная там. Подвал вот это вообще фиг знает, что какие-то провода, трубы туда-сюда. Изи-пизи, лимонный сквизи. Это сейчас на паузе стоит. Ой, нам гг. Я сразу... Сразу нажал, на всякий случай, на всякий случай. Я не хочу рисковать, потому что если мы рискнем и нам... Нажал, 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 успел, успел. Главное, что успел. Все, хорош. Залетаем. Я под... Все, я потратил пистолет. Ничего страшного, ничего страшного. Опа-опа-опа-опа, зажимом. Аккуратно, потому что зомби намного, намного опаснее людей. Вот серьезно говорю, намного опаснее людей. Поэтому лучше... Поаккуратнее действовать. У меня есть два суперудара, так что круто-люто. Потом в будущем будут еще наиболее долгие и сложные уровни, которые будет реально трудно проходить. Если вам реально зайдет этот ролик, то поставьте лайкосик и будет продолжение 100%. Так, G-Park. Окей, давай залетаем. Не ноем, залетаем. Все, давай, давай, давай. Зажим, зажим. Ой-ой-ой-ой-ой, у него снайперка жесткая. Да, ё-моё. У него жесткая... А, все? А, изи-пизи. У него жесткая снайперка. Она стоит достаточно дорого, если не ошибаюсь, 65 тысяч. У меня 3 тысячи всего лишь. Но сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой, уйди-уйди-уйди-уйди. Опасно. Опасно, что я могу сказать. Так, это вот так мы выносим. Хорош. Ой-ой-ой, так. Тут уже стройка начинается. Так, оп, присел. А, не получилось, я лоханулся, я извиняюсь. Давайте пошли сюда, опять залетаем, все. Да ё-моё, ну давай, вот, я просто делаю зажимчик, зажимаю, мы залетаем, убиваем. Да ё-моё, хватит мне вылазить, все, сразу. Не будем церемониться вообще. Красиво, быстро, стильно, молодежно, как говорится, да? Оп, забрали, все, тиммейт справляется, я выношу. Оп, еще кто-то сверху. Оп, оп, оп. У него хп мало, я ему добавил хпшки. Отлично. А хп дорого стоит, на самом деле. Там тысячи с чем-то, 1390, если не ошибаюсь, стоит хпшка. У меня ее обычно 5. Я ее как бы на 5 закупал. Наверное, мы ее... Хотя... Я хотел бы его прокачать, потому что он всего лишь 2-го левела, а я 4-го. То есть я жестче его намного... Ну, я и про своего тиммейта сейчас говорю. Ой-ой-ой-ой-ой, какой хедшотик. Это все. А, мы все? Серьезно? Я тут экономлю, значит, 5700 нам дали. Опа. Нормально. Давайте еще сходим, наверное, в джампинг. Это 100%. Джампинг. Да, вот сюда. 1650. Я думал 1390. 1650 просто покупаем. Ну что, а надо. Супер прыжки, они достаточно дешевенькие патроны. На пистолет тоже не такие дорогие. Вот тут подороже, вот тут тоже. Угу. Это мы тоже купили вот недавно. Давайте вот все сейчас на максимум прокачаем. Это хорошо. И тиммейта за 1500 мы прокачиваем до 3-го уровня. У нас остается еще... Так, хп мы не можем прокачать. Супер удары можем, в принципе. Давайте прокачаем. А, нам еще докупать их надо. 220, ладно. Так. Кого нам бы еще прокачать? На самом деле выгоднее прокачивать огнестрельное оружие, потому что, ну, типа, камон, это логично. Вот это оружие хотелось бы. Раз, прокачали, все, отлично. А, тут дорого, здесь не хватает, вот здесь можно. И за 500 что мы можем еще прокачать за 500? Я, конечно, не вижу особо в этом смысла, но... Ну окей, давайте прокачаем, ну а чё бы нет. Можно вот это? Хорошо, хорошо. Вот так сфигаться. Дальше есть какие-то штуки, которые нам даются за рекламу. Это точно такие же пушки, но при этом они сдаются за просмотр рекламы. Я не знаю, weapon, закрыто, открыто, непонятно. Здесь есть такой челик, который он, типа, по скидочке, он должен там 130 тысяч стоит, а стоит 80. Когда-то, когда я еще играл в эту игру, я, конечно же, его покупал. Но сейчас, ладно, не об этом. Давайте, let's go jumping с тиммейтом, старт. А, в смысле без тиммейта? Не понял, не понял. Так, дядь. Ой-ой-ой. Оп, хорош. Я просто показываю вам все режимчики, которые здесь есть. Так, аккуратно, аккуратно. Здесь надо прыгать. Здесь надо прыгать, и вот на самом деле как-то... Очково, очково. Ладно, давайте залезаем наверх. Я вот сюда залезаю, и вот просто на-на-на-на-на. Оп, хорош. Оп, хорош, я его киданул. Ой, у него пистолет. Я свалился к этому челику. Оп-оп-оп-оп. У него такой же скин. Опа! Вот-вот-вот. Алмазики пошли. Алмазики пошли. Оп-оп-оп. На-на-на.
Оп, алмазики собираем. Так, 100%. А мы вот так вот. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ля-ля-ля-ля-ля. Это что было? Это что за напрогиб меня кинули? Я сейчас не понял прикол. Ой. Ой-ой. Хорошо. Все, нормально. Скилл имеется. Скилл имеется, как говорится. Здесь есть край карты, кстати. Если... Оп. Хорош. Все, просто убиваем, забираем алмазы. Мои алмазы, я ушел от моих алмазов. Мои алмазы. Кстати, они со временем исчезают, поэтому есть смысл их забрать побыстрее. Так, оп. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Пока что не такие сложные нам челик попадаются. Давайте пока что из пистолета стрелять. Так, мимо. Ой-ой-ой, вот это вообще... Главное не попасть в вот эту пропасть, которая находится снизу, иначе я проиграл. Вот тут тупо фармить на самом деле алмазики, но это тоже очень опасно и в каких-то случаях не особо выгодно на самом деле, но ничего страшного. Так, давай темочку. Хорош. Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо сейчас было. Так, огнеметик, огнеметик, надо использовать, 100% информация. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, нет, ты не стреляй так. Ты кто? Ты кто? Уйди! Уй! Он меня чуть не скинул. Это был край карты. Он меня чуть не скинул. Пошли вы нафиг. Все, огнемет пошел. Огнемет в дело. А это огнемет в деле, скилл на пределе. 100%. Это 100% информация я вам даю. Я вам даю 100% гарантию информацию. Так, челики внизу, они упали, они сдохли, и это круто. Так, вот этих поджигаем. Оп, к ним зашел. К ним зашел. Ой-ой-ой, из пистолета, тут край карты. Ой, на краю карты алмазики. Оп. Оп, не-не-не, подожди, алмазы мои, алмазы мои, алмазы мои, я сказал. Да я сказал алмазы мои, вот сюда. Вот сюда, погнали, пошел, убил. Хорош. Надо от края карты подальше, надо уходить от края карты, серьезно говорю. Оп, аккуратно, вот так повыше, главное повыше держаться. Так, те челики сдохли. Так, слушайте, реально опасненько. Продержимся сколько сможем на самом деле. Вот так, оп, все. Ой-ой-ой, алмазики, оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Оп! Нормально. Так, нам главное запрыгнуть. Вот те снизу уже не забрать. А, можно, в принципе. Но нежелательно! Но нежелательно. Нам нужен пистолет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это что за пушка? Это. Нет! Я чуть не умер. Я все-таки умер. Блин. Опасно. Есть такая штука, типа оборона. Так, оп. Оп, фулл закуп. Возвращаем то, что потратили, это надо. Вот сюда 42, вот сюда надо 25 и сюда 20. Мы сейчас пойдем 100% с тиммейтом. Старт. Давайте вот сюда. Так. Здесь можно использовать пулемет, что я скорее и буду использовать, потому что, ну, типа, камон, если нам дают бесплатные патроны, то почему бы ими не воспользоваться? Сами логически рассудите, вот просто тут зажим максимально должен происходить. Вот приходится на тиммейта теперь тратить на самом деле эти вакцины. Потому что он постоянно пушит. Он постоянно пушит, в чем это на самом деле минус. Вот опять. Может быть, на тиммейта пофиг? Он там будет хилиться потом. Он будет потом хилиться, и лучше не тратить на него время. Здесь тупо фарм на самом деле этих денежек. Вот эти денежки, они вообще там мелочь на самом деле какую-то дают. Тут тупо фарм на самом деле. Ну и пофиг. Ну и какая разница, нифиг нафиг. Просто фармим, красивый. Ролик пора заканчивать. Просто зажим, видите? Вот просто я делаю зажим. Они с двух сторон будут идти. И с той. Так что обосраться. Скоро будет происходить подыхание. В смысле? Хватит. Ой-ой-ой-ой, там жесткий. Просто нужен зажим. Мы сейчас на изи 1006 накопим. Уже 5, чтобы вы понимали. То есть 6 вообще не за горами. У меня уже палец устал, блин, держать. Давай, тиммейт, как-то сам, давай это. Ой, да тут и 7 мы на изи накопим, я уверен. Просто на изяк. 7000, а чё нет, когда да. Оп, опа. Вот опять его надо лечить. Эти вакцины, я не скажу, что они прям дешевенькие, но я не скажу, что дорогие. В принципе, средняя стоимость такая... Ну, да, конечно, не особо хочется на них деньги тратить. Ну, ладно. Ну, ничего. Опять. И ему хп на... Не, хп. Брат, хп я тебе добавлять не буду. Потому что хпчка стоит дорого.
ХП стоит дорого, добавлять ХП не буду. Ой-ой-ой-ой, подожди, его убили? Дядя, ты куда? Они стреляют. Аккуратно. Вот все, я один. А вот и я один остался. Вообще, меня уже поджимают. Но я не грущу, потому что я киберспортсмен. 7000, я же говорю, на изи. Здесь фармить бабки. Здесь просто фармить бабки. И тут сверху чел огромный, вообще нереально жесткий, прибежал. Скажем так. Вот опасны те, которые с автоматами, потому что они будут стрелять. Они будут тебя убивать. Серьезно, потому что, ну, типа, это сбивает, и ты в этот момент не то что ХП теряешь. Ну, ты теряешь ХП, но еще и сбиваешься с пулемета. Они тебя с него сбивают. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, они сейчас пойдут с обеих сторон чисто изи, понимаешь? С обеих сторон вообще пойдут. Вот это будет жопа. Но 10 тысяч мы 100% сейчас должны накопить. Это 1000000%. Если уже вот практически 9 тысяч, то там дальше до 10 вообще копеечки какие-то. Вообще какие-то копеечки должны прийти. Оп, 9 тысяч. Оп. Ага. А я о чем говорю? Че? Не. Ой. Да вы серьезно? Уйдите! Что за бред? Ну вы серьезно? Да, а чё я не могу пройти? Не-не-не, а им... Подождите, их не цель не я. Так. Главное меню, потому что я возродился, и мне потратилось до хрена денег на самом деле. Возрождение, которое стоит до хрена. Я тебя покупаю. Здесь покупаю. И этот челик, да, он восстанавливается. Вот этот 50, они по... А, не, они по 50, в принципе, ладно. И хотя я ушел в плюс, давайте скажем так, вот по чесноку, я ушел в плюс, и на этом уже хорошо. Так что, я думаю, в следующей серии... Все-таки, ну, вы захотите следующую серию. Я же вас знаю, вы всегда хотите дофига серий. Будем копить, наверное, на что? Вот гранатомет 75 тысяч, это 50, это 65, 55. Скорее всего, вот на эту плазматическую пушку... 50, а что вот это? Вот это 35 гранатки, наверное, даже на гранатке может быть копить 70, 80, 120, блин, и 40 тысяч, хорошо. Как-то вот так вот, давайте в главное меню, все. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео, если понравилось, лайк, если не понравилось, дизлайк, напишите в комментариях, батащенько ли получилось. Пока!